Правда, я до конца так и не настроил новый сет звука. Есть пару... пару баников. Они мне напоминают йогурт со смородиной. Вот это называется на стиле. Единственное, не хватает дырок. Это классический называется. У Пашки горошек, как из мультика. А у Лёши как будто бы бахилы одеты. У него на утеплённые на пальцах просто. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. Я все думал, вообще слайдом возвращаются. Когда вот подвеска играется. Костя больше не нужен. Зачем, если есть драмбошка? Да ладно, не грусти. Ну, то есть вот. Я не знаю, все не слышали? Я слышу. Нет, я не про это. Я про, в принципе, обновленные куплеты. Немножко обновленный конец, шестой. И вот, вот, понятно, Максим не слышал. Не, ну я... Не, ну вы записали. Я не понимаю, тупо запись. Нет, ну то, что Олег табу скидывал. Миди. Миди. Табу. Миди, потому что табу я еще не доделал. Миди. Ну не знаю, я просто делал в ГТП, типа табу. Не, ну можно в ГТП закинуть, она как бы импортирует, да, но в любом случае, конечно, табу я пока не доделал. Она у меня там половинами переписана, написана, что-то получается. Так вот, остается вопрос, шо рубитый с припевом? По гитарам или по вокалу? Вообще, по всему, по гитарам, по вокалу, то есть, ну, такой вопрос. Я бы отталкивался от старой версии, типа, только единственное, ну, просто, может, я немного... Просто, ну, вопрос, какие претензии к старой версии? Просто апгрейдил, ну, типа, по припеву... Мне нравилось вообще в целом. Ну, ладно, допустим, хорошо, начало понятно, почему. Мне только, мне только там две ноты раздражало. Где? Ну, когда вот, типа, это... Начало более душевное стало, как бы. Ну да. Ну, о. Ты будешь...